Согласно введенным ограничительным мерам, работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должна осуществляться в соответствии с графиком. Так, Сухумский центральный рынок будет работать в четверг и субботу, а государственный вещевой торговый комплекс «Сухумприбор» – во вторник и воскресенье. Как мы убедились, внутри рынка торговые объекты не работают. Закрыты центральные ворота сельскохозяйственного рынка. Но перед воротами несколько торговых павильонов были открыты. Вы сегодня работаете? Нет. Ну, мы видим, вот ваша кусочка открыта. Нет, я пришла убирать. То есть вы не принимаете? Нет, нет. Убрать не надо и доделать. Как вы в целом относитесь к ограничительным мерам, которые ввели? Ну, здесь мы ведь закрыты, и к нам сюда люди не заходят. Ну, и когда, если кто-то подойдет, мы все равно одеваем маску, вот маска лежит. И поэтому я думаю, что нас можно было и не закрывать. Потому что... Вы имеете в виду отдельно ваш магазин, да? Ну да, вот магазины закрыты, мы сюда внутрь не запускаем. Видите, у нас двери закрыты, а когда человек подходит, мы вот маска лежит, мы одеваем маску и обслуживаем. И все равно людей нету на рынке, очень мало людей эти дни после праздничные. 1-2 человек подойдет и все. Добрый день. Добрый день. Вы работаете сегодня открыто? Нет, нет. А вы просто пришли вот на работу? Пришли кое-что убрать. Как вы в целом относитесь к этим ограничительным мерам? Вот то, что положительно. Закрыли... Да, надо. Желательно, чтобы этого всего не было. Но раз правительство говорит, значит надо. Функционируют и все торговые точки вокруг рынка. Мы посетили некоторые из них. Ситуация неоднозначная. В одних продавцы сами были в масках и того же требовали от покупателей. Другие же сетуют на то, что не всегда получается соблюдать меры безопасности и носить средства индивидуальной защиты. Мы также посетили супермаркет «Кормилица», который всегда привлекает большое количество покупателей. У входа выстроилась очередь без намека на социальную дистанцию. Однако внутри все кассиры и обслуживающий персонал в масках и сами покупатели тоже. Охрана четко следит за тем, чтобы внутри одновременно не было более 10 покупателей. У нас стоят антисептики, покупатели соблюдают дистанцию. Мы, по крайней мере, просим их, чтобы они соблюдали дистанцию для их же безопасности, для их здоровья и для нашего также. Вот. Мы в зал пропускаем по 10 человек. Покупателям не нравится это, они возмущаются. Почему только у вас заходят в масках, вы не пускаете. У нас было такое, ссорились с покупателями, говорим, как есть, честно. Не все понимают это. Но сейчас я смотрю, вот 2 дня, как на самом деле они сами одевают, сами идут в аптеку, заходят по соседству, покупают маски и заходят в масках. Это я могу точно сказать. Сами покупают. Они уже, видимо, поняли, что... Это очень опасно стало, да. Проблема с несоблюдением масочного режима существует не только внутри торговых объектов. На улице мало людей, которые носят маски. Новая ситуация с ношением масок в общественном транспорте заметно улучшилась за последние дни. И в этом отчасти большая заслуга самих водителей, которые требуют с пассажиров обязательное ношение средств индивидуальной защиты. Далее наша съемочная группа посетила несколько объектов общественного питания. Согласно распоряжению правительства, их деятельность запрещена за исключением оказания услуг по доставке еды. В ресторане «Дэм» с нами отказались говорить на камеру, но в личной беседе администрация сообщила, что они закрыты для посетителей, работают на вынос, а также в зале рассаживают и обслуживают исключительно постояльцев отеля «Дэм». А вот кафе «Сохо», «Виноград» полностью закрыты. В ресторане «Адзых» нам также сообщили, что они отпустили персонал и закрывают ресторан. Кафе «Бисквит» также не принимает посетителей, однако они работают на доставку. Алика Трапштамас, Чикавани, Абхазское телевидение.